Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается мягким и сочным. Запекать будем в духовке, предварительно приправив соусом из горчицы и меда. Можно готовить в рукаве или в горшочке с крышкой. В данном рецепте приготовлен свиной ошеек, который идеально подходит для запекания в духовке и на огне. Мясо с небольшими прослойками жира получается мягким. В медово-горчичном соусе можно приготовить не только свинину, но и курицу или телятину. Подготовим ингредиенты. Мясо намазываем со всех сторон горчично-медовым соусом, посыпаем солью и перцем. Чеснок чистим, если зубчики крупные, разрезаем их на части. На мясе делаем небольшие разрезы и закладываем в них чеснок. Добавляем лавровый лист.